Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжаем обзор спортивных вещей, купленных в Черную Пятницу. И на очереди у нас горнолыжная куртка Бартон. Вернее, куртка для сноуборда, но на горных лыжах, я думаю, в ней тоже можно кататься. Вернее, я в этом уверен. Знаменательная эта курточка тем, что стандартная цена на нее $600, а я ее купил за 168. Моделька 2012-2013 года, я купил в конце 2013 года. Скидка в 4 раза, модель чуть-чуть постарее, но это просто подарочная цена. Давайте посмотрим, что там внутри. Бартон, это у нас английская марка. Сшита она китайскими мастерами. Такого чудесного зелененького цвета, моего любимого. Внутри она беленькая и должна быть тепленькая, потому что в Сибири немного холодненько. Такая вот замечательная курточка. Внутри на труселях начесом ремонточек понадобится, но я думаю, мне будет тепло. Ой, какая она белая там внутри, ё-моё! Да. Фирменный Бартон, сшитый в Китае. Белого, я думаю, мазаться совершенно не будет. Благо по углу кататься не будем. Очень-очень качественно куртка сделана. Советую вам также тариться, во-первых, в Черную Пятницу, во-вторых, на распродаже, в-третьих, со скидками. Ну и в-пятых, в США. Покупайте все через интернет, занимайтесь спортом, получайте удовольствие. Спасибо за внимание.